утро. Доброе утро, Вайо. Вайо накрыл у меня на стол, я сварила кофе, открыл зонт. Ой, сейчас чихну. Перепандрику мерезит. Ох, накану пчутвара. Вот у меня уже Вайо с ночью вытащил, видите, одежду. Мы все стираем. Вот, все стираем зимнее здесь, здешнее. Чтобы не тащить мне кофеек у нас здесь. Скатерть вчера заморали, она еще не высохла. Я ее ночью стирала. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Мои сальвии. Это я не знаю, что за сальвии. Это какие-то другие сальвии. Я потом покажу поближе их. Ой, какие-то тыганды канят. На сестыхуртарь я канят баню. Какая-то чужая кошка к нам пришла. Смотрите, что делает. Она кувыркается там. Пс-пс. Эля. Затуля. Трррр. Ты кансики, ты канс. А? Ты же не наша. Откуда ты такая пришла? Наш кот вчера нажирался, налопался. Ух, они тут вдвоем с другой кошкой. Вы ее тоже иногда видели. Это новенькая какая-то. Ой. Ладно, надо это самое. Я вот постирала эти самые скатерти, вот эти круглые, вот они какие. Видите? Ой, я еще только что проснулась, только что этот самый глаза продрала. Вчера Коста скупался, и все у него было в соли. И он этого самого постирал сам свои трусики и футболку. А я их бросила и не стала даже вывешивать. Ладно, потом вывешу девочки-мальчики. И вот такая скатерть. Накрыть надо будет стол круглый. Потом покажу, что в салоне, что я поставила на свои места. Все же повытаскивали. Вот какой зонт красивый. Вот такой цвет у него. Лучезарный, морской. Накацюдо. Пишок ты куверта. Арис канет вольтес. Скобачка Арис. Белая канет вольтес. Делает прогулку. Надо мне все будет здесь приводить в порядок. Я цветы привезла. Даже посадить надо будет. Мальчики, у нас торжественный момент. Сейчас увидите, что за момент у нас торжественный. Вайо не хочет, наверное, чтобы я его снимала. Вайо, торжественный момент. Опа! Гедуля, Мона, гедуля. Гедуля? Ады, кому гедуля гуля? Будет это у нас канапес! Коми. Диван начали собирать. Сюда. Начали собирать диван, я выкопала, у меня волосы мокрые, извиняюсь за то, что такая вот. И мы вот так вот сегодня с зонтом шикарнейшим. Телей мама. Телей мама, что мама говорит? Канапе собирать начинаем, Кирикоста. Да? Тут у меня белье сушится, все. Ладно. Помоньку начал таскать сюда все запчасти от дивана. Штучки нам пригодятся. Эти тоже от зонта. Ого, 3 метра. 2,20 высоту делается. 5 минут собирается. Ручка открывается. Стоит 50 евро. Мы купили на распродаже 39,99. Ну, короче, 40. Такие вот дела. Вот. Зонт хороший, девочки, мальчики. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Давай-давай. Сейчас уронишь, притом все равно собирать надо будет. Сюда будет диван вставать. Ладно. Трава по пояс. Шикарная, шикарная трава. Короче, у нас растет трава за место цветов, девочки, мальчики. Давайте, идите, Кирик, Кустандины, помогайте папочке. Тут я сижу, тут огляжу, как они у меня собирают диван. Пробуют Вайс так, как подходит. Что ему отрезать, что ему подрезать надо. Вот. И какие трияжи, да, трияжи. И вот они вдвоем тут шлепаются у меня. Уже притащили вторую половину. Спинки сделали, ручки теперь подгоняют. Какую, куда поставить, подрезать. Вот такие вот дела. В
Θέλει να κουπεί. Ανάποδα το βάλετε. Ανάποδα το βάλετε. Να. Σπάσετε το χερούλι. Εσύ είπες να κόβεις το τέλος, γιατί δεν κόβεις. Он сказал, я отрежу в конце, но еще не отрезал. Перекоста. Врехи. Ну, и паны врехи, и не, ну, а предевтера, а семеро сабато. Сказали, в этот понедельник дождь начнется, но сегодня суббота. А у неба затянуто все облаками, вот такое вот, не голубое. Змейка там, да. Вот такая вот. А что ты? Устал, да? Кирикоста устал? Угу. Я все одела, зимние перестираю. Сейчас мне Павел притащил вон ванночку Костаса маленькую. Сейчас Костас соберет ластиху, да? Костас, соберешь этот самый шланг и будем стирать твои одеяла. Надо постирать одеяло. Ой, мокрый Костас у него же здесь все. От жары чуть-чуть. Водичка. Вот такие вот дела. Ладно, посмотрим. Вы сама зайца. Ты пошли. Бам. Коста все вперед. Опа. Смотрите, какой красивый цвет. Вот здесь его видно хорошо. Смотрите, цвет морской волны. Опа. И кисит Аидекани. Смотрите, как выходит. Вот такой диван шикарный. Кита посу шик, блеск, красота, тра-та-та. Ола теле, мету метра му, влепиш? Кису салони, бори на бе. Опа, ну как оста, кала? Опа, докима се. О, вообще класс. Корай, авто, ке дьо метра. Класс, да, дени, не, не. О, телеороси, да? Ки кафуме. Ки кафуме. Я говорю, телевизор сюда и сидеть будем, смотрите как. Камина, да, я да? Сареси? Еще максиллярии еду на буны, уре. Еще подушки сюда зайдут. И гетониса, да не пики мена на фьяхнешь. На соседка уже Ваюсу это сделала, этот самый заказ. Сделала, говорит, и мне такие же диваны. И, эти, и вот эти самые для цветов. Ваюс говорит, это же, говорит, стоит, это же, говорит, лифта нужно. Ну, платить надо дорого. Смотрите, как классно. Классно, да, Коста? Ну-ка, дайте. Кацаки еще и кириваю, еще и эканеш. Ну-ка, шику апану бабас на кафеде. О, орео, да не кало? Я харай, давайте я тоже. О, уже сяду на красивый диван, и мы все здесь. Кратай, Анета, э? Кратай, кратай. Кратай нас, Дин. Держит нас, да? Θέλει λίγο στερέο μα η πλάτη, η γυμή, η πλάτη. Δικ. Θα με κουπανίσει το κεφάλι μας στο μάρμα. Так диван хороший такой у нас, да? Нет. Класс. Сейчас еще один принесете, вообще будет классно, да? Ваю, наферите китуалу. Нет. И нагинет. О, ла, 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 пули, ура. Θα χωράσει, θα χωράσει. Να χωράσει. Αυτό λίγο να το βάλετε εδώ πέρα. Να δούμε πόσο είναι τα άλλο. Δύο μέρα. Δύο μέτρα. Вот туда в угол куплю большой такой. Не, не, дио, калайны. Тели. Я харайны. А, вот туда не дал. Препида к фортусу мы токазо. Мерить. Куда он его войдет? Мы спросим либо что, правда? Там классные, смотрите, какие диваны. Такой зонт у нас красивый. Куприоны, я да, куприоны. Смотрите, как смотрится красиво зонт. Да, а тут рот закроешь, а то скажут еще, блин, рот раскрытый. Зрители мои не поймут. Все, девочки и мальчики, смотрите, мама, какие шикарнейшие. Бам! Я только сказала, шикарнейший, у него бам! Ручка упала, которую папа еще не приделал. Папе надо ручки приделать. На ту копшись лигуки, на ту видошись. Смотрите, как классно. Классно вообще, обалденно. Так что... Вот так вот. Не могу, папа, не могу ничего делать, у меня руки не работают. Девочки, мальчики, я бы сейчас тут все вымыла, вычистила, сделала. Да,
Я целый день почти шила вот эти, самые матрасы, наволочки для матрасов, вот эти вот, потому что это и замки надо вставлять было, и все, и замочки. Вот эта вот ширина, матраса, вот эта вот нижнего, прям на весь этот самый, 1.50 м у меня ушло. Не было даже вот этот, на этот самый, на этот, загибать. Вали, вот эфес, типа-то. Вот. Что-то он мне говорит, а я что-то вам говорю. Вот так вот, вот. Все. Врехи, врехи капает, врехи, врехуля капает, стагонышно. Ну все, ну Коста. Еще подушки я сделаю, так вообще не вылезешь с этого дивана, будешь здесь играть. Да? Херетиш матакереваю. Бам! Не слазит с этого дивана. Все. Ой, Вась говорил, большой нас. Смотрите, еще сколько места есть. Вот. Еще сюда стол сделаем барный со стульями. Туда диван, столик, телевизорную тумбочку. Будет целый салон здесь у нас. Вот. Я еще мечтаю здесь диванчик, такую лавочку, такую круглую сделать. Это все, конечно, покрасится потом когда-нибудь. Когда у меня... Ой, не болели бы у меня руки. Ах-ха-ха-ха-ха. Ладно. Вот так вот. Так что... Еще диванчик туда. Диванчик такой, как скамеечку тоже, с такими же матрасами. Так вот сделать, то спиночкой. Столик здесь со стульчиками. И этот самый пергола. Пергола — это вот деревянный такой навес. Ну, Вася думает. Вот это... У нас он очень большой здесь будет и стоить очень дорого будет. Я не знаю сколько, но 1000-2 евро выйдет. Потому что эти самые, доски сам, как сказать, вот эти вот квадратные такие штуки, я не знаю, как по-русски называется. Такие, они бревна, господи, не знаю, как они называются, очень дорогие. А здесь все дорого в Греции. Все, ладно. Вот и дождь начался. Один собирает матрасы. Проверка наших будет диванов на прочность. Надо мне вот это собрать, я ее повесила. Она уже почти высохла. Ну ладно, ничего. Ой, вот такие вот дела. На прочность будет проверяться сейчас нашего матраса на улице, на под дождем. Вот это вот. Ой, не могу. Ой, девочки. Девочки, мальчики, не могу, она такая тяжелая. Ту рыбину, которую я купила, сейчас я ее выставлю на этот самый, туда на улицу, на стол. И камеру не могу держать. Вот. Ты накереваю. Сейчас они притащат и другой. Вот видите, не прокрашивается, потому что краска вовнутрь уходит, дерево тянет вовнутрь и не прокрашивается вот эти штучки здесь. Ну ничего страшного. Как будто так и надо. Вот, видите? Хочешь открыть телевизор? Открывай. Что ты мне спрашиваешь? Я уже этот самый салат нарезала. Я забыла, что у меня вот такой сыр. Я даже утром хотела на завтрак его покушать. Сыр какой? Такой вот. Французский, да, наверное. Французский, точно. Наверное, французский. Я люблю у него внутренность. Вот эту вот штучку сверху я, конечно, не люблю. Но я ем ее. Что делать? Потому что я люблю внутренность его. А там музыка играется. Девочки, мальчики, у меня телевизор стоит. А там показывают, как готовят еду наши телеведущие. Ой, как я обожаю вот этот сыр внутри. Не знаю, как вам, а я его люблю. А вот этот сверху не больно сильно, мне не нравится. Вот сейчас... Коста съездил в магазин, купил хлеба, купил помидорчиков здесь. Мне помидор нельзя есть. Я их не ем, я ем только лук. Лук этот я сделала сам. Полила еще в салат уксус с помидорами. Мне только вот лук и помидоры. Ой, огурцы можно кушать. Я не буду кушать помидорчики. Вот такие вот дела. И сыр, конечно, тоже нежелательно, но хочется. Мы такие вот вкусняшки. Ладно, нам
Мы будем кушать, садиться сейчас. Один диван. Привезли. Блин, на мины на авто так я кириваю. Вот такие вот дела. Цветочки мои, цветочки. Надо подстричь ромашки, которые отцвели срочно. Они портят весь вид. Оба. Ну что, говорит, ты, мама, сидишь, говорит, ты смотришь. А я стою, не сижу. Метафорика. Метафорика, да, как мы таскаем. Класс. Опа. Второй диван идет. Вот там будет стоять большой цветок, посадим и сюда, вот сюда. Он говорит, может быть, соединить их, чтобы там в углу был один диван. Посмотрим сейчас, как они сделают это дело. Как Вась решит поставить. О, мокрый, ты что, мокрый? Налил воду себе, водичку. Лады. Ну-ка, покажи, что ты сделал. Ну, покрасил. Не высохла краска, что ли, да? Малиста. Штрихи у Вайс, он прибивать сейчас будет ручки. Все отмерил, все посмотрел. Вот эти вот штучка отлетела, видите, вот здесь. Ну, ничего страшного, подумаешь. И на той тоже отлетела. Почему отлетели, не знаю. Видимо, высохли, и гвоздь лопнул, и все, тоненькая была. И Костас еще ронял столько раз. Отлетела, наверное. И на том диване еще ручки, и все. Мушки мои шиши. И дружишка, та и дружишь, достатки. Когда буду на хумаилю семеро киреваю. А на хилю семеро пай на эскасишь. Сегодня у нас нету солнца, говорю. Хорошо тебе, что у тебя сегодня солнца нет. У тебя, если бы было солнце, ты бы, говорю, вообще, говорю, с жары умер. Помер. Все, я вон там полотенце не смогла отстегнуть. Собрала все. Так что вот так вот. Кто мне любит писать эти самые комментарии, девочки, мальчики, в Фейсбуке и в Инстаграм. Одна подписчица смотрит мои видео, написала мне: Люда, как это у вас украли шланг, и никто не видел, и никто ничего. Как у вас тут воруют, и никто ничего не видит. У нас сосед есть один. Мы приехали, Вася так с ним разговорился. И он говорит, здесь единственный, говорит, вор есть, говорит, вот в деревне, албанец. Он везде ворует. Помните, я вам говорила, он обворовал, вот этот у нас остров есть, кто не смотрел мои видео, да? Остров вот там вот есть, перед Мелиной, там живет бабушка старенькая. У нее там курочки, там уточки, гусечки. Она там живет, старенькая уже такая, и она растит их. И вот он туда ездил, на это самое, такая доска плавательная, да, и воровал у нее этих курочек. Она подала в суд, но он работает, албанец этот, у одних людей, не буду говорить каких и что. И они пришли в суд и защитили его, сказали, он хороший работник, он зарабатывает, ему не надо это воровать. Ну, короче, ему ничего не сделали. Ну, я там не знаю, что. И вот все знают, что он ходит и ворует. Вот у Митсуса зимой здесь собрали все то же самое апельсины и мандарины. Так же, как у нас, видели, да, мы приехали, все собрано было. И соседка, ну, не, тоже не буду говорить, какая, этот самый, и этой женщине говорит, она ее прям видела, она внутри у нее там собирала, говорит, ты что, говорит, там собираешь, говорит. Люди, говорит, что, для тебя растили? А что, говорит, они не ездят собирать, я, говорит, себе чуть-чуть покушать. Ну, короче, чуть-чуть покушать этот самый мешками. Мешки, потому что апельсины, мандарины вот такие большие мешками. Мешками выносят. Вот. И бабушка у нас соседняя, она просто не хочет, чтобы она была последней, как говорится, что
вот на нее свалили, ты сказала, там то все, если, например, пойдут тут разбираться. Она столько раз видела и говорила ему, хватит тебе, ты что там собираешь, апельсины здесь собираешь. И это самое, мандарины. Но у нас еще и лимоны есть. Так что он знает, они знают, эти албанцы, кто, что, зачем и почему, кто они воруют. Так что вот так вот. Так что вот такие вот люди. Ну, что делать? Мы когда всю зиму уже не приезжали, мы приехали весной после, как его, 1 февраля мы были здесь. Видели, да, там уже трава была. Мы уже не видели, что там у нас украли. Когда украли этот шланг у нас поливной, и как... Ему 10 лет этому шлангу, этому поливному, понимаете? 10 лет, блин. Старый шланг, ну поймите, ну как можно своровать старый шланг? Я вот этого, ну своруйте что-то новенькое, что-то там такое, да? Ну ведь прийти, своровать старый шланг, собрать, перелезть через забор, и вот. И бабушка тоже, она не хочет, чтобы упоминали ее имя, она поэтому и она не говорит. А так они все знают здесь в округе. Кто ворует, кто лазит, кто что делает, кто как этого самого собирает. Так что, ну, Иваич тоже не пойдет разбираться из-за какого-то там шланга поливного. Ну, знают. И сосед намекнул нам, вот, ну, типа того, вот его здесь видели, вот он здесь лазит. Вот так вот. Так что этот албанец, он знает, где что лежит здесь, во всех домах, во всей деревне. И лазит, и собирает, и ворует, и все делает. Ну, никто его не этого самого пока не трогает. Ну, когда-то придет время, кого-нибудь он заденет, конечно, будет ему праздник. Ладно, что теперь делать? Ну, украли. Ну, что теперь делать? Богатые стали. Дождь капает потихоньку. Здесь сижу, бамс, капелька на меня, на руку. Вот. Такие вот дела, девчоночки, мальчишечки. И соседи видят, знают. Здесь все знают в деревне. Кто здесь что ворует, кто здесь какие ездят. Кто как, зачем и почему. Так что нас вот, например, здесь нету. Все что угодно могут зайти, взять и разломать. Даже те же самые вот эти штучки. Это очень дорогое дерево, но мастер не сделал очень хорошо. И вот это вот эти штучки, их можно разломать, и все. И нам придется платить столько денег, чтобы сделать. Потому что этого человека, который сломал, ему похеру, и он не будет думать, что вот они, им надо будет делать, им надо будет украсть что-то. Понимаете? Так что мастер, который нам делал это дорогое дерево, но делал очень плохо. Сделал вот эти вот штучки нам окна. Кириваю. Вот. Такие вот дела. А нам придется опять делать, а нам придется платить. Поэтому, девочки, мальчики, вот такая вот здесь. И у нас тем более дом уже стоит. На окраине стоит. Вот видите, здесь уже деревья, уже лес и все остальное. Так что вот так вот. Не жалко этого самого шланга. Жалко то, что люди... Во всех странах есть такие говняные люди. Во всех. Я не говорю, что... Вот, такие вот дела. Ваюс отпиливает последние штрихи и доделает. Матрас на этот диван. После инструментаки. Ой. О, прям впритык. Это... Опа. И там есть. Тоже. Иса. Ола, уре. Смотрите, как все впритык. Ба, ухи. Где филю платье не купил кунду? Я ты в гене ты, да? Да не несу что. Декс. Нормально. Декс. Хики ты валите. На вгалю его. Видео. Я говорю, что они поставили, чтобы я видео сняла для вас. Эля. Вот это вот надо, чтобы вот бросили все, надо поставить, они все равно бросят. Ну, вот так вот хотя бы сделали бы. Вот так, 5 килограмм весит.
О, давайте, дошите, дошите. Давайте, дошите, дошите. Фермуар коту вы уж. Да гинет и киреваю, а ты макрина гинет. Авто. Вот так вот. Смотрите, какой у меня здесь гарнитур. Телло. Телло. Будешь на ткани с анететью, послегите. Максилярий на рабу мы идем. Не, не. Фелик, авто фели. Не. Педико, это говорит, детский говорит, будет. Все ясно. Давай, давай, поднимай. Вот такие вот зла, девочки, мальчики. Впритык, видите? Здесь тоже вот так вот. Смотрите, какой цвет красивый. Умор в стейке дефинитет с хромата урея. Иду, я на метуилю фенитет урея хрома, да не? В Икее там не видно такой цвет, какой он. А здесь на солнце прямо. Это хбшная ткань, хлопок, ничего не жарить не будет, ни жопу, ни попу, ни спину, когда будете укладываться. Здесь тоже. Видите, как сшито, красиво все здесь. Вот так вот, буква. Вот сюда. Здесь сделаны все уголочки. Все красивенько, все чики-пуки. Вот здесь нет шва. И здесь, где сидишь, тоже нет шва, чтоб, не дай бог, не разошелся. На еще ножки надо маленькие пластиковые поставить, говорит, чтобы вода стихала. Не. Вот так вот, девочки, мальчики, все. Кто спрашивал, где ваши диваны? На эти диваны. Муротуаны, повинны дедкошка на пепу фяхнуты. Леонатинка апе. Вот так вот. Да, столик деревянный, вот этот, который я вам говорила. Я сошью на него скатерку, вот такую узенькую, вот такую узенькую дорожку. Я делаю как, вот из такой же ткани. У меня еще осталось. И подушечки. И все будет чики-пуки у нас здесь. Там будет тумбочка с телевизором стоять. И здесь будешь лежать, сидеть. Вот на этом диване вдвоем можно лежать. Классно. Ой, так вот. Шторы повешиваются на днях. На этой неделе, на следующей. Не успеваем все на каждую неделю. Вот я еще. Так, мы еще не показали. А, завтра покажу. Сегодня солнца нет. У меня открыты двери. Как мы обтянули эти самые кресла и стулья. Потом покажу, как они получились. Тоже классно получились. Мы сделали их очень классно. Не. Вы уж Бурис Навгаль с пиццета? Ульмера Семира Дебру Навгалю пиццета. И годы втануты. Трак на. Ага. А не вапану ж ты канапе. Все, давай сюда. Фертудойны, кафарычка, племечка. Так, Кирия Коста, кинурью канапе в реке, да? Ага. Пошел кормить кота. Кот как по часам ходит, утром и вечером. Пуина в тоже, Кирия Коста. Он пошел, о, туда высыпал. А что ты не пошел ему на дорогу не дал? Пуина в тоже. Элла, пигина и фай. Не идет? Ты бы туда отнес ему на дорогу, где он всегда кушает. Пигин и фай. На, пошел. Он видел, что Коста ему еду там дал. Он какой-то весь зачуханный. Куда пошел-то? Он, смотри, куда идет. Кто? Еще идет? Еще один идет? Другая коша идет, может быть? Все, кушает. Курочку. А, там еще одна идет. Смотри-ка, что. Сейчас они поругаются. О, это его принцесса. Его подруга. О, все. Видишь, что ругается. Аж бросил кусок изо рта. Ай. Да-да, принцесса твоя пришла. Корми давай, корми. Не хочешь кормить, кормилец. Рычишь ты здесь. На. Она сейчас тоже. Уступает ей, видишь, Коста? Уступает. Грам-грам канут. Ругаются. Малонанде. О,
Да, пошли. Пойдем. Нет. Сейчас пойдет посадит помидор. Ваюсь. А мне надо цветы сажать. Потом мы его запряжем цветы посадить. И любуюсь. А я хожу и любуюсь. Еще будет журнальный столик. Тумбочка для телевизора. Здесь большие вазоны. Вон там внутри, здесь и там. Три. Раз, два, три. Вот вазоны такие, знаете, керамические. Вот такие вот. Ну, не такие, другое. Вот такие вот с цветами или что там посадим, не знаю, посмотрим. Вот так вот. Двора, ну вот, за от нашего дома. За. И у меня распускаются эти штуки. Смотрите, какие красивые. Смотрите, какие красотули у меня висят. Вот здесь они уже некоторые отцвели. Вон, видите, внизу болтаются. Вот так вот, вот. Вот они, отцветшие. Вот они. Здесь надо выметать, все подметать. Времени на все не хватает, девочки, мальчики. У меня сил нету. А Вайс один не может. Смотрите, как цветет она красиво у меня. Ладно, надо мне полить здесь все, девочки, мальчики. Увидимся. О, о, откуда ты свалился? Откуда ты свалился? Какой кот, а? Ну давай, давай, иди топай отсюда. Ты не наш. Иди, иди, что ты воздух нюхаешь? Иди, топай, топай, топай. Иди, 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 иди. О, кошак. Давай, 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 иди. Он писит, как вот этот на огороде у меня щиток, алло. Вот такие вот дела. Ладно. Не боишься, да, меня? Не боишься? Значит, ты какой-то местный хулиган. Давай, иди, топай. Ладно, все. Сейчас буду поливать здесь все. У нас все уже синенькие баклажанчики. Видите, какие маленькие, а уже есть. Да, вон он залез куда. К нам парень молодой. Вай, Саша заболел, да? А ростишь у меня в тату пиды. Короче, пришел парень молодой. У него вот здесь вот этот самый. Они почистили участок и склали туда вот эти вот балеты, железо. Я потом вам потом с балкона покажу, вот тут рядом участок. Пришел и говорит, там у нас лежат еще. Вайс пошел отсюда, я пойду отсюда. Заходит, привет, говорит, привет, говорит, забыл, как зовут Вайса, не знает. И заходит и говорит, это моя, это мой, говорит, поддон, вон там лежит, видите, вон там вот. Отрезанный. Это, говорит, мой поддон, говорит. Ты, говорит, у меня украл, говорит. 20 дней. 20, когда, не знаю, когда. Короче, вот этот вот поддон, ты, говорит, у меня украл, говорит, это точно, говорит, мой. Он, говорит, это старый. Вот этот вот, вот такой вот. А это один, а вот это другой. Ты, говорит, у меня украл, говорит. У меня украли несколько поддонов, говорит. Вайс говорит, ты, говорит, меня знаешь, говорит. Так, говорит, обвиняешь меня в этом деле. Он ему говорит, этому парню, ему 35 лет, он давай на него орать. А я была в доме, не помню, что-то делала, руки мыла, была в ванной, руки мыла и хотела уже одевать, штаны одела от комаров, и уже хотела выходить. А он орет на него, а Вася говорит, Люда, говорит, иди, говорит, сюда, говорит, вот, говорит, человек, говорит, спрашивает, где мы взяли балет вообще. Я говорю, купили, говорю, где купили, говорю, вы в практике. У парня такие глаза. И, короче, слово за слово, давай ругаться. Ты все равно украл мои эти самые. Я говорю, остановись, говорю, обвинять, говорю, нас в том, что мы украли. Вот тут вот, на участке. Здесь раньше была трава, я показывала вам лошадки, там паслись, то все. Опа, Фелис. И этот, и они расчистили здесь и сложили туда ну, рабочие такие вещи, дома строить. Ну, как сказать, он занимается строительством домов. Вот, этот парень. Здесь деревенский. И, короче, этого самого говорит, вы у меня украли эти самые поддоны. А Вайс говорит, да ты что, пиди? Мы сюда приезжаем, говорит, раз в две недели, говорит, когда мы у тебя украли. Да вот, говорит, на днях, говорит. Я, говорит, следы, говорит, нашел, как тащили, говорит, нашел там кусок, там кусок. Спрашиваю, говорит, у бабушки, говорит, ты видела, говорит, кто украл? Бабушка говорит, нет, не видела, говорит, кто украл. И они стоят и разговаривают. А он, оказывается, строил нам вот этот дом. Вася говорит, я тебя очень прекрасно помню. Это было 12 лет назад, да? 12 начали строительство. Ну, не 12, наверное, больше. Больше. Уже Костасу 11, а уже дом был готов почти что. Только без этих самых, без этих самых, без окон, без дверей. Стоял дом уже весь. Был уже
он штукатуркой занимается, штукатурит этот парень. Он говорит, я вот эти вот все, вот это, видите, штукатурку, вот это я все доделывал, говорит, и в окнах вот это, видите, штукатурка вот эта вот. Он, я, говорит, доделывал, говорит, здесь один, говорит, работал, этот парень. Я, говорит, вообще не думал, что так может быть, вот, что здесь украдут мои. Ваш, говорит, а ты что, говорит? И этот, орал, орал на него. Я говорю, тебе сколько лет, говорю, ребенок, говорю, а он 35. Я говорю, тебе было, ты здесь работал, когда тебе еще было 20 лет, говорю, наверное, говорю, да, молодой совсем. Да, я здесь работал на вашем доме. И вы, типа, там он начал на нас опять. Я говорю, иди сюда, поднимайся, а мы же сегодня диваны поставили. Ну, вот представь, если мы украли у тебя твои старые эти самые поддоны, представляешь, говорит, можно, говорю, вот такие, говорю, диваны сделать из твоих старых поддонов. Он, у него глаза квадратные сделались. Ну, короче, они поговорили, а Вайс говорит, никогда так не делай, говорит. Вначале, говорит, разберись, а потом на людей, говорит, ори. Ну, они поговорили с ней. И этот Вайс ему говорит, иди, говорит, позвони, говорит, нашему другу Костасу. Ну, ты же знаешь его. А этот, он говорит, да, знаю. Говорит, иди позвони и скажи, что Вайс украл. Или, говорит, иди спроси у соседки, говорит, что Вайс украл, говорит, у меня эти самые поддоны. Что они тебе скажут? Мы ржем сейчас с Вайсом, а он, видите, заболел. Ваю, ты нами папишь ты потом эту кардияшу? Он держится за сердце, видите? Ой, мне, говорит, никогда так еще, говорит, не обзывали вору. Ваю, стомата. У него аж, ему плохо стало, он аж побелел, когда он ему так сказал. И сейчас, говорит, ой, говорит, у меня болит сердце, аж желудок, говорит, заболел, все болит, говорит, внутри, говорит, от расстройства. Но он расстроился, на самом деле расстроился. Приходит пацан молодой и вот так вот орет на него. Ты, говорит, мне в сыновья годишься, говорит, ты так кричишь, говорит, на меня нереально, говорит. Вот такие вот дела, девочки, мальчики. Я говорю, нам здесь своих дел до хэ, говорю, мы не успеваем ничего здесь делать, приезжаем только на 2 дня, говорю. И ты, говорю, так на нас, говорю, вдвоем кричишь. Потом еще я вышла, и он еще начал тоже на меня этот самый собак спускать. Я говорю, да ты что, говорю, мы разве можем украсть? Я говорю, ты женатый? Он говорит, нет. Я говорю, сколько тебе лет? 35. Я говорю, давай, говорю, я тебе за свою дочь засватываю. Говорю, ты красивый, высокий. Говорю, смотри, какой мальчишка. Ну, слишком вспыльчивый, деревенский мужик. Он говорит, ну да, мы деревенские все такие. Ну, потом разговорились, но все равно он расстроился. Как это так обвинить нас в таком деле? Вот смешно, грешно, но вот так вот есть. Ладно, историю рассказала, все, все, не обращаюсь с вами. Вась засобачил последний помидор сюда. Уже помидорки, смотрите, какие я покажу сейчас вам. Ой, и попрощаться мне надо с вами, потому что я уже начесалась языком. Я говорю, тогда нам эти наши диваны своруют. Смотри, китовая, апты Лидл. Смотрите, из Лидла какие вышли помидорки. Махераки. Вот, перчики уже есть, смотрите. Вот, перчушки. И там тоже перчушка. Вон еще помидорки. Он сейчас будет подвязывать помидорки с моей. Вон еще висят, видите? И желтые. Но мне красный помидор нельзя есть. Желтенькие будем кушать. Ну, вот такие вот дела, девочки, мальчики. История такая. Так что вот так вот. А же вы же все видели, что мы их не воруем, что мы их покупали. Я же вам показывала даже, что в практике мы их покупали. Привозили сюда на тележках, на всем. Знаете, да, что все это выгружалось, что это все делалось. Вы-то же мои свидетели все. Мои дорогие зрители все. Огурцы растут. Вот так вот. Так что вот такие вот дела. Никогда не надо кричать на людей, если ты не уверен в этом деле. Но он был в таком... В таком этом самом синахуретики с вайму эля, смотрите, иди кацы лигу если на если хашаш кацы, он ушашет, видите, щеки надувает, и можешь катала вишь ты на них дикий утопиди ты. Он говорит, у него, я, говорит, могу купить, говорит, все, говорит, что у него это, вот эта хрена там есть, я, говорит, я могу у него купить эту штуку. Он говорит, ты понимаешь это или нет? Он говорит, понимаю. И я, говорит, буду терять свое время, чтобы у него своровать эти самые поддоны. Вот сидит человек, видите, расстроился.
Ладно, девчонки, рими с этого, а рими с этого. Мои гвоздички, какие-то лулудья, дипласу, какие-то. Не. Ну-ка. Да матица, не, а попуйна думата в тих гики. Дорога, пуперис. В прошлом году сама вылезла, смотрите. Домата. Не. Миду питаш. О, да, не, на фильме, да, не пирази. Оставлю, говорит, ее. Помидора сама вылезла, смотрите. А, ладно. Мисты на Хургешева. А, что? Мисты на Хургешева, маскана на лицо. Ай. Ладно. Ладно, девчонки, мальчишки. Ладно, все, пока всем. На позитивной ноте отправимся отдыхать. Смотрите, какие. С носиками. Ой, вот такие вот. Все, пока-пока. Мальчики, у меня вышла Петруха. Вот смотрите, какая маленькая. Вон она. Хи-хи, Петрушка. Вот такие вот дела. Кабачки вырастают. Ладно, уже большие меридианы, вон какие. Ладно, ничего страшного. Белый какой-то он такой, белый цветочек. Костас идет. Костас у меня по друзьям ездил на лесопеде. Мой дурманчик. Там беленький один такой красивенький, смотрите. Эти вот такие розовенькие, а тут беленький. Коста, иду я, мисс Мастер.